Сегодня 1 мая 2024 года. Михайло-Архангельский монастырь, 17-18 век постройки. Написано расписание служб на воротах. Но, как я понял, постоянной монашеской жизни здесь, по-моему, нет. План, схема и объекты. Братский корпус, пивоварня даже. Деревянная ограда, башня ограды. Очень много здесь. 21 объект. И вот сама схема. Мы вошли через южные главные ворота. Это Владимирская церковь. О чем он говорит? Это табличка. В общем, служба здесь в 7:30 утра. Понедельник, среда и пятница. Здесь находятся мощи основателя этого монастыря, Киприана Устюжского. Солнышко вышло. Безлюдно здесь. Правда, сейчас где-то 9, чуть больше утра. Тут вот мощи Киприана Устюжского. Сегодня 1 мая 2024 года. Великий Устюг. Автотранспортный техникум здесь был. Ну, видимо, их отсюда попросили, отдали все это монастырю. Видно, что вот гаражи здесь. Ну, правильно сделали. Техникум должен располагаться в современном здании. Спортивно-патриотический центр написано. Ну, работает, нет, не знаю. Похоже, тоже был какой-то храм. Но его тут подукоротили немножечко. Присутствие техникума здесь, конечно, все немножечко подзасрало, скажем так. Потихонечку все это убирается. Здесь еще много работы предстоит. Похоже, там тоже есть выход
уже через другие ворота. Попробую там выйти. Вон там въезд для машин автотранспортного техникума. Там попробуем выйти. В общем, территория монастыря поработала в советское время знатно. Справа вот это деревянное здание до сих пор зал бокса находится. Все, выхожу из монастыря. 1 мая 2024 года, Великий Устюг.